Здесь все уже на финишной прямой. Строители доделывают последние штрихи, подрядчики торопятся расставить мебель. Уже через несколько недель новый корпус ТюмГУ распахнет двери для студентов. Десятки учебных аудиторий, зоны коворкинга и даже холл будет использован максимально полезно. Новый корпус выполнен не только в современном стиле, с современной мебелью, но и начинен умными системами. Например, у каждой аудитории есть вот такие электронные планшеты. Здесь можно посмотреть расписание. Сейчас как раз идет донастройка. В каждой аудитории установлен умный свет. Здесь нет выключателей. Как только помещение опустеет, сразу же он потухнет. Ну и, конечно же, начинен различными проекторами и вот такими современными магнитными досками. Это будет крупнейшая образовательная площадка среди вузов Тюменской области. Вместо прежнего здания в 9000 квадратных метров в центре города разместили более 30. Один только актовый зал сможет вместить в себя 1500 человек. Его планируют использовать и для городских мероприятий. Через пару дней закончится отделка пола. Полностью покрытие сцены и ковролина. В конце сентября, примерно 29 числа, приедут сиденья и начнется монтаж. 19 лекционных аудиторий, 36 учебных и 14 компьютерных классов. Вместительная столовая, парковка и даже свой собственный сквер. Еще одним необычным решением в строительстве стал этот закрытый двор. Площадь его более 700 квадратных метров. Здесь уже появились клумбы, скоро появятся и лавочки. И наверняка этот двор станет местом притяжения студентов. Построила здание компания «Мостострой-11». На ее счету в Тюмени, кроме мостов и дорог, уже несколько школ. Проект был непростым. Помещений много решений по второму свету. Огромная парящая лестница. Но с задачей справились. С момента начала строительства прошло уже около 3 лет. Первый год мы занимались подготовкой строительной площадки к строительству. Снесли старые здания, сооружения. Довольно длительно продолжалась работа по нулевому циклу. Это стенка из буросекущих свай и наши буронабивные сваи в количестве 728 штук. Все остальная работа как бы уже дело техники для нас. Уже известно, что в новом корпусе смогут обучаться студенты первых и вторых курсов абсолютно разных специальностей. Это позволит посмотреть на науки с другой стороны и создать новые проекты и решения. Екатерина Кальченко, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.